Два способа проверить кислотность желудка. Как известно, после 30 лет у людей снижается выработка соляной кислоты в желудке. И это может приводить к нарушению пищеварительных процессов. Есть два способа проверить. Один посложнее и попротивнее, и второй простой. Сложный способ – это ФГС, то есть эндоскопия, с pH-метрией. То есть врач делает осмотр с помощью эндоскопического оборудования и делает pH-метрию, то есть определяет кислотность. Второй способ, попроще, это капрограмма. Можно сдать анализ кала, и если по результатам вы видите в заключении наличие непереваренного белка, присутствие гнилостной микрофлоры, значит снижена выработка соляной кислоты в желудке. Подробнее о медицине и здоровье смотрите на YouTube-канале доктор Лисенкова.